Сургутский школьник Антон Федин привез чемпионский титул с первенства России по дзюдо. На турнире в Ижевске боролись более 700 спортсменов из 74 регионов страны. В заключительный день соревнований в категории до 90 килограммов одним из фаворитов был наш земляк. Юный спортсмен провел 6 поединков, в каждом из которых не оставил соперникам ни единого шанса на победу. В среднем встречи с участием сургутского дзюдоиста длились меньше минуты, а в финале нашему герою для триумфа потребовалось всего 26 секунд. Все свободное время, все даже не свободное время посвящаю дзюдо. Думаю очень много об этом и отдаю себя в это дело. В этом году будет первенство Европы и первенство мира до 18 лет. Это как дальнейшие цели на 2022 год.